Всем привет! Вы на канале Алибаба Алидет. Наконец настал тот день, когда мы делаем розыгрыш. Как вы помните, друзья, в нашем розыгрыше призами являются вот эта шикарная брошь и монопод. Дистанционным управлением. Так, игроки поделились на две части. Кто-то желал монопод, кто-то брошь. Те, кто желали монопод, находятся в синенькой кучке, а те, кто пожелал брошь, находятся в желтенькой кучке. И сколько у нас по количеству получилось? Так, монопод победил, потому что желающих выиграть монопод было 54 человека. А желающих выиграть брошь было всего-навсего 42. Ну, ничего страшного. Но давайте, друзья, приступим. Для емкостей мы выбрали вот эти мешочки от Ксюпинга. Давай ты складывай свои, я свои. А, каждый своих болельщиков закапывает сам. Да. Ну, что? Так. Маловато у меня емкость, маловато. Маловато. Надо поболее емкость. Ай! Ага. Никого не потерять. Тихо, тихо. Реально маловато емкость. Гляди, у меня уже все, у меня уже с горкой. Вот. Так, ну как-то все уместились. А если их уплотнить? Нет, вот, один он выпал, беглец. Так. Так, ну, с кого начнем? Ну, уступаем слабейшим. Дамы вперед. Так. Дамы. Истинный кавалер всегда пропустит даму вперед, чтобы посмотреть, как она выглядит сзади. Так, кто-то упал. Ну, я буду вытягивать с самого-самого низа. Поковыряемся. Так. Ну, та-да-да-дам. И кто у нас так, тут? Камеру. Миланка Карпенчук. Поздравляем! Миланка Карпенчук получает брошь. Первую брошь получает. Так. Так, теперь, наверное, я пойду. Как вы помните, друзья, мы разыгрываем 3 броши и 3 монопода. Так. Где что у меня? Во. Так, а это у нас будет... Гоп-гоп. Да-да-да-да. Так, Анна... Шайн. Анна Шайн, поздравляю вас. Вы гарантированно получите замечательную селфи-палку, телескопическую дистанционным управлением и смонтированными ножками штатива. Поздравляю вас! Поздравляем! Так, откладываем сюда. Так, по первому победителю у нас есть. Ну, идем дальше. Не будем вас долго... Не прячь. Так, не будем вас долго томить. Ожидание, оно так сладко. Ожидание прекрасного. Ну, все волнуются. Так, ну, что-то беру, что-то достала. Так. Так, и тут у нас, та-да-да-дам. Ольга Беккер. Вы становитесь второй обладательницей броши. Ну да. Так, ладно, мои болельщики, они там, наверное, сидят и кричат: «Монопод!» Ну, как обычно, шайбу, а тут «Монопод!» Димон, 63, монета! О, Дима, поздравляем тебя с победой! Так, сюда откладываем. Ты получаешь монопод. Так. Надеюсь, Дима, она тебе поможет в съемках твоих монеток. Аленка, продолжай. Ну, друзья, осталось по одному победителю. Ну, самый-самый напряженный момент, по-моему. У меня даже трясутся поджилки. Самый-самый напряженный момент. Так трясутся, что аж камера качается. Схватила. Что ты там схватила? Да-да-да-да.
Наталья... А, Наталья Прокопьева. Наташенька, поздравляем. Поздравляем вас, Наташа. Наташа, вы получаете брошечку. Наташа Прокопьева получает брошечку. Вы наша третья победительница. Ну вот, друзья, с брошами у нас все. Самый драматичный момент. Убираю свою коробочку. Самый драматичный момент, кто у нас получит. А я вот так вот возьму, вот так вот сделаю. Хоба! Ты не перепутай только. Да, победители там? Не смешают. Там желтенькие, а не желтенькие. Так. Вот. Так вот будет честно. Оба! Или кого? Или этот? Или кого? Кого? Я даже не знаю. Ладно. Так. Этот. Кто это? О. Лена Романова. Лена Романова, поздравляю вас. Вы становитесь победителем и владельцем третьего монопода. Так, ну, убирайся своих. Так, убираем. Сейчас это все в коробочку. Так много, людей, друзья, здесь участвовало. Да, действительно, количество участников очень большое. Вот. Мы очень рады, что вы приняли участие. Ой, тут как много людей, да. Ну, Эдуард, давай. Да. Не задерживай. Так. А что, победители есть? Окончательно подводим итоги. Этот замечательный монопод получают у нас Лена Романова, Димон 63 монета и Анна Шайн. И эту замечательную брошь у нас получают прекрасные дамы. Это Наталья Прокопьева, Ольга Беккер и Миланка Карпенчук. Какой Карпенчук? Карпенчук. Так, ну ладно. Карпенчук. Миланка, прошу прощения за то, что поковеркал вашу фамилию. Это от неграмотности у меня. Ну, я с братом буквально скурил, вот и все мое образование. Итак, дорогие друзья, вот наш медвежонок с любовью к вам. Дорогие победители, как с нами связаться? Под этим видео я оставлю наш email. Email нашего канала, называется он Alibaba Alidet Собака Inbox LV. Он будет в описании. Напишите нам, свяжитесь. И о получении приза. Эти призы мы вам закажем прямо с AliExpress на ваши адреса. Поэтому на email пришлите ваши адреса. Я думаю, все понятно. Если нет, пишите в комментариях. Мы все объясним. Да, абсолютно все объясним. Потому что у нас уже были розыгрыши, и опыт у нас есть по доставке именно призов. Прямо с AliExpress. Да. С самого магазина AliExpress к вам придет посылочка. Посылки доходят. Девчата у нас получали. У меня в основном была в розыгрышах бижутерия. Девчата получали. Надеюсь, может быть, напишут, да, подтвердят, что это так. Никакого обмана. Ну, какой же можно. Ну и, дорогие друзья, дорогие победители, ждем от вас писем на e-mail. Спишемся, свяжемся, договоримся, все. Ну, на этом, наверное, будем заканчивать. Всем удачи. Всем удачи. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Пока-пока.